Первый по моей земле в огне войны сжигая все живое. Так шла война, неотвратимо шла и всех мы со ценой не постоим. Ты аэростаты воздушного заграждения, оберегавшие Московское единственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского, сформированного в первые дни войны. Среди них Максим Захаров, внук. Горит и кружится планета над нашей Родиной дым. Победы в Великой Отечественной войне в наших сердцах. Фотографии бережно хранятся в музеях и семей. Длительные строки, воспевшие подвиг защитников Москвы. Наша Советская